Сделай кофе, я сейчас зайду. Ну точно, блядь, пиздец. Побежала, блядь, волос назад. Вот и мой вопрос пригодился, но эфир не удался. Да, можешь еще раз задать. Как с Настей познакомилась? Ой, слушайте. С Настей у нас была великолепная история знакомства. Я-то да. Короче, у нас был один мужик на двоих, так скажем. Просто я сначала с ним была в отношениях таких. Потом она. Но она не знала о том, что я была с ним в отношениях. А мы отдыхали в одной компании. В Новый год. Потом она узнала. Так мы и подружились. Горячка. Давайте вопросики-то интересные какие-нибудь, что вы как эти самые, как не родные. Что случилось? Они все тупо заходят просто, знаете, на мое это лицо посмотреть. Ну, типа, ай, жива, не сдох, зашибись, пошел. Горячка. Я просто сегодня, блин, не успела поужинать. Вела тренировку онлайн. Домой. Пару ложек схожу сейчас. Пока варю пельмени Анастасии Сергеевне. Так. Шо? Шо тут? Интересно. Приветики, пистолетики. Чё, кто делает? Чем вы ночью промышляете? Мы тут, значит, я тут, значит, творю у Анастасии Сергеевне ужин. В столь позднее время. Это пельмешки ручной работы. Покупаем их в магазине напротив. Ну, а я пипец, какие вкусные, если честно. Я уже на ночь не буду жрать. Уж как-нибудь перебьюсь сегодня. Все-таки худею. И все-таки люблю себя больше, чем пельмешки. По каким дням тренировки и во сколько? Смотрите, тренировки я веду функционалку по понедельник, среда, пятница. Так как эфир сохраняется 24 часа, я веду в 13 в час дня. Вот, поэтому, если там не успели даже сделать в понедельник, вы можете это сделать во вторник там, до часу дня. Вот, плюс ко всему я еще провожу эфир по питанию. И провожу эфир по растяжке. То есть, получается, 5 эфиров у нас за неделю. Вот. Вы, естественно, если потренировались по одному эфиру, вы можете потренироваться по нему еще раз позже, завтра, не знаю. Вот, и так далее. Поэтому, ну, у меня пока ни один человек, который потренировался, не захотел сделать еще раз повторную тренировку, потому что все пишут, что они умирают. Того, что болит жопа, ляжки. Вот, пока все довольны и счастливы. Как делишки? Да вообще заебомба. Дембель завтрашний жду. Ох, я тебя поздравляю. Поздравляю, что будет дембель, но даже не знаю, сочувствовать тебе о том, что он будет не такой яркий, как хотелось бы, потому что иначе все закрыто, особо не побухаешь, ничего не работает, отметить особо негде. Только дома, если... в кругу семьи. Ну, что там еще? Ну-ка, что там за вопросы? Держишь какие-то диеты? Слушайте, после того, как свинка Пеппа, я не придерживаюсь каких-то строгих диет. Я вела вчера прямой эфир на тему питания. Я объясняла девчонкам то, что мучить себя какими-то строжайшими диетами, это бесполезняк вообще полный, потому что вы даже при слове диета вы себя уже подписываете на то, что вы сорветесь с этой диеты 100%. Почему так мало народу тебя смотрит? Интересно, Дом 2 не помог с аудиторией. Слушайте, прекратите мне с этим. Дом 2 помог с аудиторией. Блин, я говорю, что, блин, аудитория росла у тебя на Доме 2, надо быть долбоебом. Просто, блядь.
так вкусно кушаю гречку, самой захотелось. Вот, питание надо соблюдать, просто понимать, что надо не обжираться и есть более-менее нормальную животную пищу, животного происхождения, а не вот это чипсы, химозу. Потому что организм у нас засоряется, от этого замедляется метаболизм, процессы и так далее. Мы начинаем толстеть, пердеть. Дом 2, это точно, блин, реально, Дом 2, игра такая была. Я помню. Спят все ее. Да, слушайте, я никогда не парилась от того, что у меня там много-мало в прямом эфире. Так. Дочка посмотрела тебя, говорит, такие же волосы хочу. А вон у Вера, у Насти спокойно ходит с розовыми волосами вообще. Горох ешь. Ага. Блин, кстати, может гороховую кашу сварить? А чё? Мужика все равно нету. Никто меня не это самое, не терроризировать не будет. Кот меня любит любой. Анастасия Сергеевна поймет. Какая аудитория, у нее своих нормально было, когда туда попал. Ну да, у меня на самом деле за 5 месяцев прирост подписчиков составлял 5000 человек. При том, что я за год до этого я собрала больше 10. Как нету, я это уже... Почему с Мишей расстались? Потому что мы не сошлись с характерами. Потому что просто мы не сошлись. О! Яшка, привет, друг, дружочек, как ты там без меня? Господи, я вспоминаю наши вечеринки и просто прихожу в шок. Самовар какой. Так, бегу, сушки тащи. Что еще? Складывай, ну. Редко прямой в эфир входит. Да, редко. Я не люблю долго разговаривать и ни о чем. Если бы вы задавали мне какие-то вопросы, на которые можно было бы порассуждать, поспорить, еще что-то, то я бы выходила чаще. Эй, красотка! Яш, как дела у тебя вообще? 100 лет зим тебя не видела вообще. Ты же где-то там, по-моему, это, путешествовал. Уехал, блин, от всего этого дерьма подальше. Цвет просто бомба. Да, я тоже думаю, что бомба. Мне прям реально очень нравится. Жалко, что он очень быстро вымывается, к сожалению. Он очень быстро вымывается. Но так как это пигмент прямого действия, он не так сильно портит волосы, на самом деле, как все остальное. Потому что мои волосы, ну, на самом деле, в жопе. Последние полгода. Находились. Ты в Москве? Нет. Я не в Москве, я в Крыму. Что еще? Задайте мне что-нибудь интересное. Давайте попиздим на что-нибудь какую-нибудь интересную тему. Вот. Например, девочки, почему вы до сих пор еще, блин, ленитесь и не идете в мою закрытую группу, блин? Я вот для вас сделала супер предложение. 100 рублей. 100. Вы где еще увидите тренировки за 100 рублей? Нигде. Вообще, ты баба супер идеал мой. Я? Да, я не сказала бы, что я супер идеальная. Сколько тебе лет? 25 мне. У меня куча своих недостатков, на самом деле. Вот. Не, ну я себя считаю, конечно, гиперумной бабой. Да. Но... Ну, посмотрю, мужик прям, блин, я не знаю, пипец. Чтобы мне было с ним не скучно. Интересное, чтобы у меня не перегорело к нему. Постоянно должен меня удивлять. Находиться со мной на одной волне. Прибабахнутой. Потому что он будет мне все время читать мораль, блядь, что это не так, и это не так, блядь. И тут все это ведешь, блядь, неправильно, и вообще это не твое, блядь, то я его, скорее всего, пошлю нахуй. Какая тут любовь. Тяжело сидеть на карантине? Вообще не тяжело. У меня нет такого, что мне нечем заняться. У меня, блядь, куча дел. Я сегодня, блядь, не успела поглянуться, день пролетел вообще. Даже поужинать не успела, чтобы вы понимали, сидя дома.
Я успел съебаться за день с болида, закрытие границ, ну, спорная тема, там посвободнее сейчас. Ну, да, все, что не связано не с Москвой, там более-менее свободно. Все, что связано вот с этим, с островами, там более-менее нормальная история на самом деле. Красивая, стройная, пипец, фигура. Ну, до стройности мне еще несколько килограмм осталось парочку докинуть. Вот. Я и не хочу быть супер худой. Зачем мне это? Я хочу быть няшной. Бали, блин, я все никак не доберусь до Бали. Я что делать? Ну, помнишь, как мы тусили? И как мы представляли, что надо уехать на Бали, ты скинул фотки с этими коктейлями в группу нашу с общей соленой, помнишь? Когда мы говорили, что мы больше не вернемся, прежними никогда не станем. Сука. Даже было так, так перебухать. Смешно было. Красивый рынок. А так, как там дела обстоят по поводу коронавируса? Это нормально. Нет, тут точно так же все закрыто. То есть тут закрыто вообще. Ну, тут особо это и нечего было открывать. Ну, парки, вот какие-то общественные все места, кафе, там какие-то торговые центры, которые там вещами торгуют, они все закрыты. Тут даже леса закрывают, вот. Пансионаты все закрыто, все отели все закрыты. Ну, тут особо и работать нечему было, поэтому мы тут как-то еще до магазина гуляем, вот в лес уходим туда погулять, к озеру и все. Мишка дает о себе знать? Да нет, не дает о себе знать. И один раз мы с ним случайно соприкоснулись, я заходила в прямой эфир Кати Скалон. И в этот момент с ним, да, Влад Иванов разговаривал с Мишей по видеосвязи. Я слышу голос знакомый, начинаю ржать с Катькой. Она мне показывает, и Миша как-то прозрачный, типа, да. Я скучаю, возвращаюсь ко мне в Москву, я тебя люблю. Вот, стебался. Ну, зато он песню новую записал. Слушай, ты не знаешь, что случилось с Ефременкой, почему ее выгнали с проекта, и она не ведущая? Я знаю, но я не скажу. Не могу говорить, я потом получу за это пизды. Ничего, все этих разборок, да, хер там надо. Ну, я знаю. Не знаю, почему вам так все нравится Ефременко, а я ее терпеть не могла, если честно. Слишком высокомерно себя ведет. У нас просто в нашем крае посты поставили, не приехать, не выехать. Ну, слушайте, сейчас у меня в Краснодаре вот с Колон как раз, с Ивановым, они сегодня ходили в ресторан, вроде там, блядь, даже открыто что-то еще. Так что не знаю. Волосы бомбические, туса балийская, я помню. С конца года. Да. Когда мы на трезво посмотрели, было смешно. Это было ужасно, ужасно просто. Это было ужас просто. Я как вспомню, у меня же это самое волосы дыбом. Он мутный. Что, Миша-то? Хороший парень, Мишка, но не твое. Согласна, да, мне тоже она не нравится. Кто она? Он. Он мутный, она не нравится. Кто? Я запуталась. Какие планы на лето? Хотела бы пойти в новые проекты? Да. Я хочу себе максимально перевести на фри заработок такой онлайн, чтобы я могла вообще спокойно перемещаться где-то, при этом зарабатывать бабки, и когда мне хотелось-то там занималась съемками, занималась кастингами. Хотела, уехала, хотела, приехала. Ой, я хочу в проект. Какой проект? Согласна, что она высокомерная барышня. Вы еще мало видели ее. Человек-звезда. Балбу. Мне Ефременкова не нравится. Ну да. Вот это и то, что я думаю. Она думает, что он богиня всея. Да, ну... Есть такой моментик. Миша мутный. Да Миша не мутный. Миша не мутный, он просто очень тяжелого характера человек. Слишком тяжелого. И ему надо над собой реально настолько проработать. Но он, так как он не хочет этого делать, просто чисто на уровне где-то глубоко,
из-за своих обидок на жизнь. Ему очень тяжело придется перестраиваться в этом мире. А так как я уже на уровень намного выше вот, в духовном развитии, то как бы я это не воспринимаю, я это отсекаю. Все. Все, что плавает ниже меня по духовному развитию, я не терплю, потому что оно тянет вниз. Когда тебя тянет вниз, ты начинаешь себя плохо чувствовать, вообще чувствовать не своей жизни, не своей тарелки. Тебя ничего не прет. Человек либо он пытается дорасти до этого, либо тянет тебя вниз, к себе. Я вниз не хочу. Девочка, которой ты сейчас, кто она? Ну, здрасте тебе, Настя. Ты что, подруга моя лучшая. Ты говорил получше, говоришь, я уже так, я ем вилочкой, посмотрите какой. Красота. Как вам? А? Холодненькая, сухая вилочка. Она говорит, что нет гороха. Ксюха, это хомячит, я тоже теперь захотела. Я просто не ужинала сегодня, я не успела поужинать, потому что мы пришли с магазина. Через полчаса я начала тренировку по этому самому, по скайпу персональную. А потом, когда уже закончилась, она уже поздно, я думаю, ладно, так, что он перекушал чуть-чуть и все. Миша не мутный, он просто такой человек, и ему нужна баба, которая будет слушать его во всем. Да, да, да. Когда я ему причем об этом говорю, он сопротивляется и говорит в обратном, что ему такая не нужна. Вот. Но я говорю, что он по-другому не сможет. Ну, просто ему и с таким характером по жизни, в принципе, будет тяжело. По жизни будет с такими принципами тяжело. Я вообще тогда не понимаю, как он живет в Москве, потому что, зная его предыдущую телку, я вам хочу сказать, я, точнее, я даже видела, я вам хочу сказать, что она вообще далеко, блин, от того его представления идеальной женщины. Вообще. Он себе выбирает просто таких девочек, да. Он себе таких девочек выбирает, с которыми он не сможет заранее. Вот все. А тут его я выбрала. Ну, я просто подумала, что он реально веселый, творческий, блин, крутой. Без заморочек, не париться, у него, блин, вот сколько всего оказалось. Кто из ведущих Дом 2 тебе нравились больше всего? Мне больше всего нравился Черкасов, Оля Фролова, просто я обожаю, и Бурдина. Иногда мне нравился. Ой, как ты не заметила, что ушла с Дом 2? Вот так вот, мои незамечаемые жизни проходят в целом. В принципе, это глазом моргнуть не успели, и оп, все. Старость. Ты ушла от него или он ушел? Слушайте, я на самом деле не хочу эту тему мусорить, то от кого ушел. Ну ладно, если он сказал, он у себя писал в профиле, инициатором расставания была я. Я ушла. Миша мутный. Миша не мутный, просто он трудного характера. Бля, Миша, не Дима. Бродина пипец, звезда. Да нет, кстати, звезда Оля. Бузова. Вот Оля Бузова звезда. Что мы всегда Олю ждали очень долго на Лобном, пока она соберется там. Мы могли ее час-полтора вообще спокойно ждать. Мерзнуть на холоде, нас же заранее выгоняет. Вот, а Бродина, она приходит, все четко, коротко, четко, все ясно. Она даже наоборот, раньше нас иногда приезжала. Выстрелка стреляли лобная. Она четко все идет. Она не звездится. В эфире с тренировками проводишь в инста, да. В инстаграме у меня закрыта. Да, Бородина. В эфире провожу в закрытой группе в инстаграм. Да. Ксюшка, привет, привет, красотка, привет. Анастасия Фролова, это кто? Орлова, а не Фролова. Оля Орлова, говорю уж. Что думаешь насчет Бузова, Здава, Истина или Ры? Вообще, если честно, ничего не думаю. Вот вообще, настолько до пизды. Я вообще не интересуюсь жизнью светских людей. Меня интересует собственная жизнь. Потому что мы даже вчера с Анастасией Сергеевной, когда слушали вебинар,
где было четко сказано обсуждать чужую жизнь, вот, и пытаться как-то осуждать, и пытаться сплетничать, и, короче, супер там копаться в ней, интересоваться, это ты тащишь себя в яму низких вибраций. Что, невкусно? Тащишь себя в яму низких вибраций, из-за которого ты начинаешь там вибрировать, у тебя все тлен, у тебя ничего не получается. Вот такие карагосы. Да. Пизда, Мишень. Вкусные? Да, я не знаю, что делать. Тут в руки печет. Ну да. Но я себе не стала варить. Я это, держусь. Вы понимали, чем заедает все это Анастасия Сергеевна. От бога. Нормально, уксус что залило. О, папины штаны. Собственно, что еще для счастья надо, да? Не знаю, проблема у кого вообще. Ну как бы, собственно, вот так мы и живем. Блядь, вкусный. Пельмеши очень вкусные. Я нормально. Бузова искренняя. Ну... У нее стиль такой, да, у нее подача такая, это ее лицо. Она же пропагандирует, что она за взейство и все остальное. Но последний раз, когда я была на ББ, как раз перед нашим уходом, она меня так обосрала. Ну, когда я спросила... То, что мы обсуждали Олесю Семиренко, и когда Олеся сказала, ты же меня просила там что-то привезти, я говорю, Олеся, это, блядь, называется... человечное, я говорю, когда ты, блядь, даже с человеком не общаешься близко, там, не дружишь в город, он едет единственный на остров, где нет нихуя. Я говорю, а я знаю, что ты в любом случае поедешь в магазин, я говорю, скорее всего, говорю, я тебя просто попросила, говорю, там, ну, купить какие-то там для лица, короче, штуки, чтобы там не сгорело. Сначала обосрала, потом попросила. Слушай, я вообще никогда не обсирала, блядь. Как, уже откусусили первый раз, когда... Я ее не откусусила, я говорила правду. Меня Буза назвала лицемерной. Ну хорошо, это какая же, когда мы наши шоу после тут, а хоть все, я буду тебе купить. Мне, кстати, это туалетной бумаги привези. Блядь, интересно, а как... Слушай, когда меня просили люди, блядь, которыми я, блядь, ругалась, я привозила. Нахуй ты делаешь? В смысле, блядь, мне несложно, блядь, пойти и купить, это, блядь, человечность называется. Это вопрос отношения к себе. Нет. Вот. Не думала придумать сценарий для видосиков. Слушайте, мне это так нелегко дается, если честно. Мне легче сыграть, а не придумать. Сколько стоит тренировка и программа питания? Слушайте, если персональная тренировка, то это гораздо дороже. У меня тренировки в моей группе, которая сейчас проходит онлайн, пока мы все находимся на карантине, неделя стоит 100 рублей. Вы чем вообще слушаете? Вы вообще смотрите мои сторис? Целый пост этому тоже написала. Программу питания тоже я составляю. Но это все в личке. Персональные тренировки и питание, сколько стоит, это все в личке. Ксюша и Кадони, это шутка была такая? Да нет, вроде у них там все это. А Ксюша... Да! Кадоша на самом деле такой резкий, только на экране. Слушайте, Кадоша, он такой. У Кадони такой этот самый образ. Он сам потом говорил, что, ну, блядь, меня смотреть не будут, рейтинги не будут, если я буду, блядь, себя правильно вот до хера строить. У него образ такой. Что? Я предлагаю всем вспомнить, как Кадони пришел на битву с Терсенцем. А, да. Милена вообще норм или речка? Милена тут просто сложный характер. Она еще маленькая, у нее сложный характер, очень импульсивный. Поэтому она тем более, как бы, ну, у нее достаточно на самом деле. Поэтому у нее психика травмированная с детства.
поэтому она себя так и ведет. А ее по-другому никто и не учил. Она учится сама. Ей никто по-другому не объяснял, поэтому она такая импульсивная. Дженька сама училась или курсы? Курсы. Пиздец, гречка вкусная. Ну что, надо чайник, наверное, поставить, чай заварить, да? Мы сегодня ничего смотреть не будем? У нас сегодня выходной. Мы сегодня первый. Я сегодня могу сюда дойти, блядь, до конца. Первого курса. Я пойду монтировать видос. Вот. Так что давайте еще 2 секунды, и я гоу. Гоу, ту кровать. Ага, отвечай, пойду в кровать. Сколько у вас времени? Сколько у нас времени? Сколько же, блядь? А? Сколько же, сколько в Москве там? Обжираться, то, что я сказала. Я не обжираюсь. Я, блин, ну, смотрите, как он. Гречка самая вкусная. Я тоже люблю гречку, я еще люблю рис. Я раньше вообще крупы не любила. С какого-то времени они меня прям начали вкатывать. Ну что, все, молчат, все. А все молчат, я пошла. Я вам желаю спокойной ночи. Вот. Расскажи про Кадонию, реально такой злой. Кадонию он жук. Хитрожопый. Вот и все. Ну он так мог меня вообще назвать самой офигенной тёлкой, а мог, блин, там на следующий день обосрать. Как он это сделал. Он мне говорил, что Ксюша вообще очень хорошая девочка. Когда я стояла в номинации, он меня поливал говном. Когда мне прислал денег подписчик, парень, у которого, ну, как бы, есть девушка, он занятой человек, просто помочь решил искренне, потому что времена трудные, как бы, деньги достаются людям тяжело. Мне, знаете, деньги я платила хату в Москве, а бывший, который пытался вернуться к тебе, там, очень бурно, сильно переживал, скучал, и было тяжело. Даже не интересуется, чем помочь и что-то еще, как бы, как можно проверять грусть по-бывшему. Спокойной тебе ночи, очень приятно было слушать твои ответы, и рада, что ответила. Спокойно, спокойной ночи, это его работа. А Кадони, да, это его работа, я же сказала, что у него такой образ. Все, ребят, всем спокойной ночи. Приятного аппетита, кто жрет. Прям Стасия Сергеевна мороженым уже заедает. Нормально вообще человек, блин. Я тоже так хочу. Не могу.